В Лавозерском районе завершилась оленеубойная кампания. Ветеринарные специалисты проверили туши животных на предмет заболеваний. Несколько экземпляров оказались забракованы из-за феноза и незаразных заболеваний. С декабря 2016 года по конец февраля 2017 специалисты проверили почти 5000 голов северного домашнего оленя. Столько же было проведено ветеринарно-санитарных экспертиз. По результатам проверок в продажу поступило 4750 туш оленей. В ходе экспертиз было выявлено 12 случаев феноза, заболевания, вызываемого личинками паразитов, и 80 случаев незаразных заболеваний. Продукцию, не прошедшую проверки, частично отправили на утилизацию, а частично на обеззараживание и последующую переработку. Ветеринары отмечают, что в последнее время фиксируются случаи превышения предельно допустимого уровня солей, тяжелых металлов в печени и почках забитых оленей. Специалисты не рекомендуют приобретать мясную продукцию, не прошедшую ветеринарную экспертизу, в том числе в качестве корма для домашних животных.